қайырлы күн құрметті әріптестер бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері орталық коммуникациялар қызметінің алаңына қош келдіңіздер бүгінгі баспасөз конференциямыздың тақырыбы қазақстан республикасы тәуелсіздігінің жиырма бес жылдығына арналған қуатты өңір қуатты, қуатты қазақстан атты өңірлердің күндері аясындағы алматы қаласының астанадағы күндері добрый день уважаемые коллеги представители средств массовой информации добро пожаловать на площадку службы центральных коммуникаций тема сегодняшней пресс конференции дни города алматы в астане в рамках дни регионов сильные регионы, регионы сильный казахстан посвященные 25-летию независимости нашей страны тәуелсіздіктің 25 бес жыл ішіндегі шаһардың жеткен жетістіктері қандай және алматы қаласының қазақстан экономикасына қосып жатқан үлесі қандай сонымен қатар ә, келер жылы болатын ә, бүкіләлемдік универсиадаға алматы қаласының дайындығы қандай бұл туралы толық ақпаратты бүгінгі қонақтарымыз беретін болады қонақтарымызды таныстырып алматы қаласы әкімінің орынбасары арман оразбайұлы қырықбаев алматы қаласы кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасының басшысы алмас өскенбайұлы Мәдеев. алматы қаласын дамыту орталығы акционерлік қоғамының басқармасының төрайымы жанна викторовна төлегенова құрметті қонақтар қош келдіңіздер арман оразбайұлы алғашқы сөз кезегі өзіңізде құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері ардақты әріптестер ә, біз сіздермен астанадағы алматы қаласының күндері аясында ә, бүгінгі күндері дәстүрлі түрде өткізіп жатқан ә, осы брифингтер ә, шеңберінде кездескенімізге шын жүректен қуаныштымыз ә, енді осы сіздермен осы кездесуді ұйымдастыруға қолдау көрсеткен ә, өзінің алаңшасын сұр, ұсынған орталық ә, коммуникациялар қызметіне де біздің алғысымыз шексіз ә, өздеріңіз білесіздер ә, биыл ел тәуелсіздігінің жиырма жылдығы айтулы дата осы үлкен елімізге аса маңызды аса жоғары шараның аясында біздің алматы қаласында да үлкенді кішілі іс шаралар легі өтіп жатыр ұзын саны бүгінгі таңда тоғыз оның оның бірқатары бүгіндері өткізілді енді алматы ел тәуелсіздігінің алтын бесігі деп елбасының өзі баға берген бәріңіз жақсы білесіздер Осын ескере отырып біздің алматы қаласында өткізілетін шаралар Ға дайындық әрдайым жаңағы ә, өз деңгейінде лайықты түрде өткізілуде ә, сонымен қатар ә, бесі алдымыздағы бес алтысы күндері ә, астана қаласында ә, алматы қаласының мәдени күндері өтеді бұл мәдени күндер аясында бес бірдей шара жоспарланған ә, алматы қаласының симфониялық оркестрі мен ә, жалпы осы қалада қаладағы эстрада жұлдыздарының қатысуымен ә, бесі күні ә, кешкі сағат ә, егер жаңылыспасам алтыда арнайы концерт болады осы орталық қазақстан ә, концерт залында сонымен қатар демалыс күні ә, сағат үште ә, дәстүрлі музыка өкілдерінің қатысуымен мәңгілік мұрат атты концерт өтетін болады және бұдан басқа ә, алматыдағы Қоршақ театрының екі күндік осы ә, 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 қаладағы гастрольдері ұйымдастырылады сонымен қатар алматы енді еліміздің рухани орталығы руханият рухани астанасы деп айтып жатамыз бізде ә, жазушылар одағының негізгі офисі бізде орналасқанын ескере келе ә, біз өзімізбен бірге бір топ ә, ақын жазушыларды алып келдік сол кісілердің ә, орталық кітапханада ұлттық ә, академиялық кітапханада біз ә, арнайы оқырмандармен ә, 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 және осы жердегі орналасқан өздерінің қаламгер әріптестермен кездесуін ұйымдастыратын боламыз және бұған қоса ұлттық музейде ә, алматы қаласының ә, кешегісі мен бүгінінен өткен тарихынан сыр шертетін мультимедиялық арнайы көрме ұйымдастырылатын болады ә, ол көрме өзінің қызметін ертеңнен бастайды ә, және мультимедиалық контент біздің есептеуіміз бойынша бір ай бойы ол жерде орналастырылатын болады келемдеушілерге көремдеушілерге көрем музейдің жалпы көрменің есігі ашық енді алматы қаласының Ө, жалпы еліміздің осы 25 жылда қол жеткізген жетістіктерін Ө, айтқандағы алматы қаласының рөлін айтатын болсақ Ө, бұл өзі бір шетсіз шексіз ұшан тегіз әңгіме қаламызда білесіздер ә, тәуелсіздігіміз жарияланды сонымен қатар ә, бүкіл халықтық референдумнан кейін ата қабылданды өзінің уақытында жалпы ә, ел тарихында аса үлкен маңызға ие ә, ә, үлкен үлкен шешімдердің ә, көпшілігі осы біздің алматы қаласында қабылданған болатын оны бәріңіз жақсы білесіздер атап айтатын болсақ еліміздің мемлекеттік рәміздері барлығы делік сол алматы қаласында қабылданған болатын өзінің уақытында сонымен қатар шекарамызды айқындауға байланысты мына халықаралық көптеген ұйымдарға мүше болуға байланысты көптеген елбасының шешімдері осы қалада қабылданып тарихи қол қою рәсімдері сол біздің алматы қаласында өткен болатын оны жақсы білесіздер і сонымен қатар мысалы жалпы еліміздегі татулық пен тыныштықты сақтаудағы үлесі аса үлкен қазақстан халқы ассамблеясы жөніндегі идея осы қалада туындап ә, осы қалада соның алғаш кесері болған бәріңіз жақсы білесіздер енді бұлардың барлығы біз үшін аса үлкен зор мәртебе және осы шешімдердің көпшілігі сол кездері алматы қаласы еліміздің саяси орталығы болғандықтан да қабылданған шығар бірақ дей тұрғанмен ә, еліміздің саяси орталығы осы астана қалаға қаласына көшірілген заматтан бергі уақыттың ішінде алматы қаласында өзінің мына ел өміріндегі рөлін ешқандай жоғалтқан жоқ елбасымыздың тікелей қамқорлығының ол көмегінің арқасында қала экономикасы өте үлкен қарқынмен дамыды бәріңіз оны жақсы білесіздер мәселенке тәуелсіздік жылдарының басында алматы қаласының ө, мемлекетіміздің жалпы ішкі өніміндегі үлесі он пайыз болатын болса бүгіндері бұл көрсеткіш 20 пайызға көтерілген 2015 жылдың қорытындысы бойынша жалпы өңірлік ішкі өнім алматы қаласында тоғыз бүтін бір ондық триллион теңгеге жетті номиналдық тұрғыдан есептейтін болсақ 91 бірінші жылмен аралықта төрт мың есеге ұлғайған екен енді ал жалпы қаланың экономикасы сол уақыттан бергі аралықта жүз есеге ұлғайды бүгінгі күні алматы қаласы қазақстан республикасы экономикасының бестен бір бөлігін беріп отыр енді бұл жалпы сіздерге белгілі цифрлар деп есептейміз өйткені бұл жөнінде көптеген ресми мінберлерден бейресми орындарда да айтылды жалпы бүгінгі таңда қала экономикасының 34 төрт пайызын шағын және орта бизнес құрайды өздеріңіз білесіздер Ә, кеше ғана елімізде жағымды ә, жақсы хабар таратылды бұл ә, бүкіл әлемдік банктың бизнес халықаралық рейтингісі бойынша қазақстан республикасы 35-ші ә, орынға көтерілді деп і ә, осындай ә, жаңылыспасам ең алғашқы хабар телеарнасынан таратылған болатын Ө, сол дуин бизнестің негізі басым бөлігі осы алматы қаласының экономикасының жағдайына байланысты есептелінетін болсақ бұл біздің ө, ө, қала тұрғындары үшін жалпы қала басшылығы үшін үлкен зор мақтаныш ө, жалпы ө, қаламыздың он тұрғынының алтауы осы бизнес саласында кәсіпкерлік саласында қызмет етеді деген бүгінгі күні осы саланың өзі жалпы өңірлік ішкі өнім көрсеткіштің жартысынан көбісін құрайды бүгінгі таңда сол тәуелсіздік жылдарында қалада тұрғын үй қоры екі есеге ұлғайған екен бүгінгі таңда қырық миллион шаршы метрге жетіп отыр осы жылдардың өзінде қарқынды құрылыс жұмыстары қалада жүргізілді бәріңіз оны жақсы білесіздер бір ғана мысал келтіретін болсақ отыз денсаулық сақтау Нысаны салынды оның ішінде жиырмасы алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету нысаны болып табылады биылғы жылдың өзінде жыл соңына дейін төрт денсаулық сақтау нысанын ашу бізде жоспарлануда енді ірі ірі цифрларды атап кететін болсақ тұрғындардың өмір сүру ұзақтығы бізде жалпы орта орташа мемлекеттік көрсеткіштен анағұрлым жоғары жетпіс бес бүтін екі ондықты көрсетіп отыр сол сияқты ана өлімі де отыз есеге қысқарды осы жылдардың ішінде бала нәресте өлімі де үш бүтін екі ондыққа қысқарды тағы да айтып өтетін болсақ жалпы алматы қаласы өзінің мың жылдық тарихы бар көне қала болып саналады бұл жөнде биылғы жылы кеңінен айтылды ЮНЕСКО-ның халықаралық ұйымның айтулы атаулы даталар мен мерейтойлар тізбесіне енген болатын бұл барша ел болып осы мың жылдық мерейтойды біз биыл тәуелсіздігінің жиырма жылдығының аясында атап өттік соңғы жасалынған үлкен гала концертке елбасының өзі қатысты сонымен қатар парижде ның штаб пәтерінде алматы қаласының арнайы презентациясы өткен болатын ә, енді ә, тізбектеп ә, бірінен соң бірін әрине айта беруге болады жалпы алматы қаласы еліміздің ә, ә, мәдени орталығы ә, қаржы ә, болса да орталығы сонымен қатар ә, өздеріңіз білесіздер алматы қаласы еліміздің біз спорттық орталығы деп те ә, айтамыз ә, 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 рухани орталығын айшықтау мақсатында еліміздің жаңағы осы мәдени саласына үлес қосу мақсатында биыл қаламыздың мың жылдығы аясында бірқатар нысандар іске қосылды ға, мысалы тұңғыш рет деп айтуға болады ел тарихында алматы қаласында дәстүрлі өнер театры ашылған болатын бәріңіз білесіздерн сонымен қатар елбасының қатысуымен мультимедиялық ә, дәстүрлі музыка орталығы ашылды ә, биыл ә, жыл аяғына дейін алматы қаласының музейіні музейін біз жаңа ә, жаңағы ғимаратқа көшіріп ә, сәйкесінше жаңа экспозициямен жаңаша тұрғындарға ұсыну жоспарланып отыр осы ә, сияқты үлкенді кішілі іс шаралар қаламызда көптеп атқарылуда ә, ну я могу по-русски конечно повторить то есть алмата сегодня является это не только крупнейший мегаполис нашей страны это на сегодня крупнейший мегаполис в принципе всего центральноазиатского региона за годы независимости благодаря постоянному вниманию главы государства Город Алматы в своем экономическом развитии добился очень серьезных успехов. Мы, во-первых, сохранили научный потенциал города, образовательный и культурный потенциал. И город сегодня по праву считается финансовым центром, ну и, наверное, туристическим центром, потому что каждый второй турист, который прибывает в нашу, нашу страну, он посещает город Алматы. То есть это как бы сухая статистика. Если в начале 90-х Алмата обеспечила десятую часть, часть вала внутреннего продукта, то сегодня мегаполис формирует уже пятую часть экономики нашей страны. Ну, если учесть, что экономика Казахстана за эти 25 лет выросла в 20 раз, то можно себе представить, какими беспрецедентно опережающими темпами развивалась экономика города Алматы. Значит, ну, город называется по праву городом бизнеса. Если в начале, ну где-то в середине 90-х в городе Алмата насчитывалось порядка 1400 кооперативов, то сегодня значит, субъектов малого и среднего бизнеса насчитывается порядка 180 тысяч. То есть только количественный рост составляет почти 130 раз. Причем на сегодня каждое значит, седьмое малое и среднее предприятие нашей страны работает и трудится в городе Алматы. И две трети алматинцев заняты в сфере малого и среднего бизнеса. Таким образом, можно констатировать, что экономика Алматы это не сырьевая экономика, где сфера торговли и услуг совокупности составляет 86%. Здесь у нас производится четверть всей продукции и услуг малого и среднего бизнеса. Ну, понятно, что в условиях нестабильности на сырьевых рынках роль такой экономики только будет возрастать. Я уже сказал до этого, что значит, мы, наша страна сегодня по, значит, по индексу Doing Business уже занимает 35-ю позицию, с чем я тоже всех вас поздравляю. И мы гордимся тем, что этот показатель, он преимущественно считается по значит, показателям города Алматы. Ну, значит, валовый региональный продукт города Алматы на сегодня насчитывает порядка значит, более 40 миллиардов долларов. И по этому показателю Алмата опережает такие города, как София, Киев, Вильнюс, ну, акиматом безусловно проводится в рамках политики нашего главы государства проводится целенаправленная работа по улучшению условий для бизнеса. Этот вопрос у нас на постоянном контроле. Вот мой коллега Алмазукимбач, он об этом, наверное, вам более подробно расскажет. Ну, вы все знаете, что у нас в городе принята специальная программа, программа развития города 2020, мы называем. Она была принята после такого публичного обсуждения с участием в том числе журналистов, ну и, самое главное, наших жителей. На 92 площадках такое широкое обсуждение шло в течение нескольких месяцев, и по итогам мы приняли эту программу. Особенность программы заключается в том, что мы четко сказали, что главный принцип ⁇ это забота о каждом человеке. Программа отражает приоритеты пяти институциональных реформ, плана нации 100 конкретных шагов. Вот мне здесь подсказывают, время идет, да? Исходит. Да. Я, да, я хотел бы завершить, значит, <coughs> что можно сказать. Город Алмата, если исходить из бюджетной политики, является, безусловно, социальным. У нас половина всех расходов приходится на значит, социальную сферу, финансируется. Значит, в сфере образования у нас основным для города остается вопрос охвата детскими садами. Это ни для кого не секрет, но в этом году у нас свыше 115 детских садов открыты. И значит, мы сейчас упор делаем на государственно-частные партнерства. Этот принцип он очень хорошо себе зарекомендовал в нашем городе. И мы этот темп сбавлять не будем. То есть ежегодно порядка 5, от 5 до 6 тысяч мест открывается. Что касается школ, у нас количество их за годы независимости выросло на 40%. То есть у нас в планах наращивать значит, наращивать строительство, пристроек самих школ с учетом того, что город растет. Есть определенное миграционное давление на город. Тоже здесь мы стараемся делать акцент на государственно-частное партнерство. Вы знаете, что благодаря реализации этого принципа у нас в городе в этом году мы, нам удалось сэкономить порядка 40 миллиардов тенге, и которые были направлены на решение других социальных нужд населения города. Ну, успехи Алматы в области образования, они налицо. Пятый год подряд школа города Алматы занимает первое место по такому показателю, как ИНТ. Ну, многократно становится победителем республиканских и международных олимпиад. Насчет здравоохранения я до этого уже, в принципе, сказал. Если будет желание, я могу это повторить позже на русском языке. Ну, мы в этом году активно готовимся к универсиаде, вы все это знаете. В январе универсиада пройдет. Мы ожидаем рекордное количество участников. Если на зимней универсиаде в Верзуриме в Турции принимало участие 52 страны, то у нас Ожидается как минимум 56. Значит, подготовка идет полным ходом, местами опережая график. Если будет вопрос, я, в принципе, готов более подробно на это ответить. Ну, в принципе, в целом все. Спасибо, Спасибо. вам большое, пожалуйста. Алмаз Ваюч, следующее слово предоставляется вам. елбасының тікелей қолдауымен алматы бизнес және жеке капиталдың қаласы және де арман оразбаевич көптеген есептік ә, 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 есепте цифрларды айтып кетті бірақ бұл бағытта бойынша біздің алматы жиырма жиырма бағдарламасының шеңберінде жеті басымдығының екеуі бизнесті дамытуға бағытталған осыған сәйкес бір осы қысқаша мен тоқтағым келеді біріншіден бизнесті ахуалды жақсарту үшін тосқауларды қысқарту бойынша жасалған реформалар жүйелі негізде іске асырылуда бизнеспен конструктивті диалог жандандырылуда шағын және орта бизнес субъектілерін мемлекеттік қолдау үшін шаралар күшейтілді қазіргі таңда біз жұмысты жасап жатырмыз және де мынау инвестиция тарту және инновациялық дамыту бойынша кешенді шаралар қабылданып қазір нақты жұмыс жасалып жатыр уважаемые журналисты коллеги я еще раз хотел поблагодарить за сегодняшнюю встречу и коротко остановиться вот на основных направлениях в программе развития города алматы 2020 мы определили основные направления поддержки малого и среднего бизнеса Алматы сформировался как город частного бизнеса капитала, поэтому для дальнейшего развития нужны системные меры, и мы их принимаем. В первую очередь мы обратили внимание на упрощение условий ведения бизнеса и сокращение административных барьеров. Как вы знаете, согласно данным Всемирного банка, Казахстан является лидером по количеству реформ, и на сегодняшний день на площадке Алматы эти реформы внедряются. Первое – это сокращение доступа бизнеса к действующей инфраструктуре. То есть это упрощенные процедуры и сокращение выдачи сроки тех условий с 10 до 5 дней рабочих дня, а Количество документов с 7 до 4 сокращены у нас. Возможность получения по принципу одного окна через зону непосредственно контакта, без контакта с услугодателем. Пересмотрен график приема документов с до 5, э, с 2 до 5 дней в неделю. И вот такие системные меры позволяют говорить о том, что у бизнеса есть возможность получить хорошие и качественные услуги на площадках города Алматы. В принципе, в местах оказания услуг у нас установлены телефоны доверия. Во всех ценных и управлениях коммунальных предприятий установлены информационные сцены, содержащие информационно о стандартных услугах, актуализированную информацию на сайтах данных организаций. Как уже было сказано, благодаря этим мерам мы по рейтингу Doing Business находимся сейчас на 35-м месте. Самое главное, нам необходимо было наладить контакты. С бизнесом, и поэтому мы сам бизнес предлагаем для принятия решений на площадке города Алматы. Совместно с Палатой предпринимателей мы пересмотрели формат работы и внесли в состав ключевых комиссий, которые работают на площадке города, самих предпринимателей. К примеру, у нас существует такой как деловой совет, на котором мы обсуждаем проблемы делового климата города, и сегодняшний состав увеличен на 14 человек, а количество государственных служащих, соответственно, уменьшилось на, в полтора раза и составляет всего лишь 13%. То есть сам бизнес принимает решение по данному вопросу. Кроме того, существуют такие комиссии, как земельная комиссия, градостроительный совет, совет директоров СПК Алматы, Центр развития Алматы, региональный координационный совет, где также полностью более 50% составляют сами бизнесмены. Поэтому здесь решения с ущемлением права бизнеса не, не проходит. Поэтому здесь работа продолжается. Третье – это усиленная работа по финансовой и нефинансовой поддержке малого и среднего бизнеса. Совместно с правоохранительными органами, особенно с прокуратурой, мы разработали комплексный план по развитию малого и среднего бизнеса, где предусматривается улучшение правовой грамоты и информационного доступа для предпринимателей. Как результат, вот если сделать такой анализ, то в рамках дорожной карты бизнеса 2020, это основная программа по поддержке предпринимательства, было профинансировано и поддержано в 2011 году 31 проект. На сегодняшний день, только за 10 месяцев этого года, мы поддержали больше 240 проектов. В сравнении с прошлым годом количество проектов по дорожной карте бизнеса у нас увеличилось в 2,5 раза. Кредитный портфель в полном объеме судей в 2 раза. В целом, за год реализации дорожной карты бизнеса поддержку получили 838 проектов на 400 миллиардов тенге, за счет которых было сохранено, именно повторюсь, сохранено 35 рабочих мест и создано более 15 тысяч рабочих мест. Успешно также реализуется, как вы знаете, как программа карта индустриализации. Сегодня она называется карта поддержки предпринимательства. Сейчас пул проекта входит в 80 проектов на 175 миллиардов тенге. Это также в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, чем в первой пятилетке. И на сегодняшний день мы уже 20 проектов запустили. Объем инвестиций составил 30 миллиардов тенге. И до конца года мы еще планируем запустить 7 проектов. А, непосредственно город Алматы, как вы знаете, тоже развиваем индустриальную зону на территории города Алматы. Это основным приоритетом является это вынос производства мощностей, создание экспорториентированных импортозамещающих предприятий. И сегодня уже успешно реализуются 33 проекта на общую сумму 177 миллиардов тенге. Здесь мы провели тщательную работу. В этом году заканчиваем в первую очередь инфраструктуры. Системная работа продолжается. Мы здесь упростили процедуру приема документов, но основной задачей ставим для инвесторов – это точная реализация и реализация новых инновационных проектов и, конечно же, инвестиций в город Алматы. Без внимания не остается, конечно, и содержание доли казахстанского содержания в предприятиях. Благодаря принятым мерам и контролю на сегодняшний день в Алмате Доля казахстанского содержания увеличилась в 2,4 раза и составляет 64%. Ну и, конечно, так как мы являемся управлением индустриально-инновационного развития, инновационная площадка города для нас очень важна. Она представлена наиболее широко во всей республике. У нас на сегодняшний день более 42 высших учебных заведений, 80 научных и естественных институтов, конструкторских бюро. И автономный кластерный фонд пит Алатау и СЭС пит Алатау находятся на территории города Алматы, поэтому мы разработали комплексный план по развитию инноваций. Создана соответствующая структура Алмата Innovation, и на сегодняшний день мы подобрали 400 инновационных проектов, полпроектов, проектов, из которых 125 будем реализовывать на территории города Алматы, и которые будут решать в инновационном порядке проблемы города Алматы. Кроме того, в целях привлечения инвестиций мы впервые в этом году проводим ряд инвестиционных форумов. В каждом районе, на уровне района проведено 8, на сегодняшний день 7 инвестиционных форумов. Восьмой будет проведен в Алатовском районе, посвященный промышленности и индустриальной зоне. Благодаря этому предприниматели получают более широкую информацию, доступность программам, разъяснениям по возможности ведения бизнеса в городе Алмате. И заключающим этапом это будет проведение инвестиционного форума 6-7 декабря, международного форума, с большим форматом, с участием крупнейших транснациональных компаний мира, нобелевских лауреатов, для того, чтобы мы могли обсудить и привлечь инвестиции на территории города. Ну и, конечно, мы плотно работаем с нашими соседями в рамках межрегиональной кооперации, в рамках поручения главы государства. Уже сегодня мы приняли 10 бизнес-делегаций из различных областей нашей страны, подписаны более 30 контрактов. И основная площадка, конечно, это же торговля. Мы обеспечиваем доступ товаропроизводителей регионов, прямой доступ этих товаров на широкую площадку, на торговую площадку города Алматы. И уже в этом уже есть эффект. Это самое главное обеспечить жителей города доступной, качественной и приемлемой по цене продукции. Коротко, в принципе, у меня все. Спасибо, Спасибо за вам. информацию. Жанна Викторовна, пожалуйста, следующее слово вам предоставляю. Добрый день, уважаемые журналисты, участники брифинга. Расскажите, разрешите очень коротко рассказать о центре и основных наших проблемах. Основная цель Центра развития Алматы – это содействие устойчивому развитию города. Вектор развития города задается программой 2020, как уже отмечались раньше. И Алматы сегодня – это город с несырьевой экономикой. Основными, проблем, основными Принципами устойчивого развития, заложенными в в программу, являются эффективные экономические решения, стимулирование бизнеса как драйвера экономики, максимальное участие гражданского общества, прозрачность и подотчетность действий мест, местной власти. Руководствуясь этими принципами, сформирована новая структура центра и определены ключевые проекты. Основные проекты – это проекты в сфере, в сфере урбанистики, смарт-сити и повышение качества государственных услуг. Сегодня уже много говорили об оценке. Оказание государственных услуг для бизнесменов в Алматы Всемирным банком проведено недавно. Но я еще раз хочу остановиться за счет чего конкретно это произошло. С 2015 года на центральном уровне принято более 40 нормативно-правовых документов. Не всегда достаточно утвердить правила или стандарты, чтобы они начали эффективно работать на практике. Необходимо добиться исполнения на практике до такой степени, чтобы устойчивость этих изменений почувствовали сами предприниматели, которые непосредственно принимают участие в вопросе. Для этого центром ежемесячно проводились исследования методом шопинг К этой работе мы привлекали непосредственно самих предпринимателей. Качественный рывок в общем рейтинге был достигнут за счет показателя выдачи разрешения на строительство. За счет этого показателя Казахстан поднялся практически на 76 пунктов и достиг 22-го места с 78-го. Это произошло, как уже отмечалось, за счет внедрения электронного документа оборота между управлением архитектурой и восемью коммунальными предприятиями, которые формируют решение о выдаче технических условий кроме того, сроки сокращения сокращены в два раза, и в целом автоматизирован сейчас мониторинг и усилен контроль. Самое главное, что был обеспечен доступ к Алматы Генплан, это интерактивная карта, на которой можно увидеть целевое назначение земельных участков, нанесение красных линий, ограничения в строительстве и имеющиеся мощности инженерных сетей. Это позволило проектным организациям сократить свою работу по подготовке проектов и последующему их согласованию. И самое главное, это позволило получить доступ к информации без посредников и таким образом, по, как оценивает Всемирный банк, сократились услуги сопутствующих организаций. Методика Всемирного банка в текущем году была пересмотрена. В оценку включили развитие IT-инфраструктуры. Вопросы автоматизации во всем мире принимают сейчас актуальное значение. В этой, в этой связи в Алматы разрабатывается мастер-план Smart City. Сегодня Алматы занимают лидирующие позиции не только в бизнесе, но и по первенству внедрения инноваций. Системные инфраструктурные проекты внедряются в транспорте, в безопасности, ЖКХ, Самое главное, умный проект должен достичь сокращения и оптимизации бизнес-процессов, повысить сервис, уровень безопасности для жителей города, уменьшить стоимость и потребление ресурсов и, главное, обеспечить эффективную обратную связь с жителями города. У нас созданы рабочие группы. Заявку об участии в этих рабочих группах может подать абсолютно каждый желающий инноватор и предприниматель на электронную почту smartalmaty.sobачкаcidey.kz. У каждого будет возможность получить доступ к материалам, которые мы сейчас уже успели подготовить и внести свои предложения. Работа будет строиться по следующему алгоритму. Первое. Сейчас мы проводим аудит IT-систем города, оцениваем их зрелость для последующей интеграции и развития. Второе. Мы проводим анализ лучших практик на примере таких городов, как Лондон, Бостон, Сингапур, Шанхай и Москва. Третье. Разработка самого, самого мастер-плана будет включать в себя паспорта и финансовые модели, включая схемы ГЧП для 20 инфраструктурных проектов. Четвертое. Мы разработаем единые технические требования к предлагаемым проектам. Эти требования станут доступны для всех вендоров, которые приходят с теми или иными предложениями в город. Презентация и широкое обсуждение разработанного мастер-плана начнется с декабря этого года. Мы будем держать вас в курсе. По направлению «Безопасный город». С 2012 года в Алматы работает автоматическая система безопасности дорожного движения. Сейчас уже все привыкли к тому, что нарушение фиксирует камера, счет направляется домой. И тем самым исключается контакт водителя с сотрудниками полиции, что влечет за собой снижение коррупционного фактора при непосредственном контакте. Сегодня в Алматы на 70 перекрестках зафиксирован, фиксируется заезд наступлению на 34 участках превышения скорости. За три года зафиксировано 2 миллиона нарушений. Следует отметить, что в первый год действия проекта собираемость, то есть оплачиваемость штрафов составила всего 30 процентов. За два года сознательность, ответственность водителей и нарушителей повысилась в два раза, и сегодня оплачивается порядка 60% от начисленных штрафов. Но тем не менее еще около 40% продолжает не оплачиваться. Если посчитать, это практически 11 миллиардов тенге. На эти деньги можно было построить 20 жилых домов состоящих из тысячи квартир, или купить 200 новых автобусов для города. Поэтому, когда мы, с одной стороны, избегаем какой-то своей гражданской ответственности, мы должны понимать, что тем самым менее способствуем тому, чтобы город развивался. Здесь, конечно, есть и узкие места в законодательстве. Не все автомобилисты зарегистрированы в Алматы, не всех можно найти. Над этим работают, и эту работу сейчас будем усилять. Планируется взять под контроль еще 152 участка дорог, а также зафиксировать выезды и въезды из города. Возможно, вы знаете такой пример. Несколько лет назад в Астане при выезде за город останавливали машину, проверяли начисленные штрафы и просто не выпускали, ставили на штраф стоянку. Такую же меру мы хотим предложить в Алмате. Кроме того, важно наладить мониторинг безопасности в общественных местах. Для этого в городе будет установлено тысяча камер и усилена работа ситуационного центра ДВД. Сегодня в городе имеется почти 65 тысяч камер, и задача нашего центра в рамках Smart City – объединить их в одну аналитическую систему. По направлению «Умный транспорт». Как вы знаете, Алмата первым внедрила систему электронного билетирования. Сегодня картой пользуются уже 1 миллион 200 тысяч пассажиров. Как известно, первыми быть не всегда просто. Были проблемы, город сейчас их решает. Внедрен разовый платеж, предусмотрено пополнение баланса через интернет-банкинг, смс. Также через смс можно оплатить свой проезд. Благодаря транспортной карте появилась возможность не только у транспортных компаний, но и у самих жителей планировать свой семейный бюджет. Через интернет-банкинг можно увидеть остаток на карте, сколько, например, денег осталось у вашего ребенка своевременно пополнить карту. Кроме того, в транспортном холдинге Алматы сегодня создан достаточно успешный ситуационный центр. Он позволяет увидеть фактическое количество автобусов на маршруте. Таким образом, перевозчики, оказывающие услуги городу, не имеют возможности предоставлять необъективную информацию. Можем видеть, вовремя вышел автобус на маршрут, был ли сломан, отодвинулся ли от маршрута. И город получает сейчас объективные данные по этому вопросу. Второй этап транспортной реформы Алматы ⁇ это внедрение выделенных полос для общественного транспорта. Сегодня мы провели пилотные... Обследование, насколько эта мера приживается среди жителей города. За три недели на четырех перекрестках зафиксировано 24 тысячи нарушений это 250 миллионов ну, тенге практически детский садик на 50 мест. Со следующего года мы планируем установить такие камеры видеофиксации нарушений по выделенным полосам по всему городу. Третий этап транспортной реформы стартовал в Алматы в июле. Это уличные паркоматы. Сегодня они установлены пока только на 5% от запланированного количества паркомест. За 4 месяца уже произведено 250 тысяч оплат на сумму 20 миллионов тенге. Для сравнения, ранее парковки за год приносили бюджету всего 50 миллионов. До конца года планируется запуск 56 улично-дорожных стоянок и 10 парковочных на 5 тысяч мест. Почему я детально привожу эти цифры? Такие меры позволяют находить резервы пополнения бюджета из серых зон и инвестировать их потом в другие проекты, также в развитие транспортной отрасли, приобретение автобусов, как уже говорила ранее, обеспечение доступного жилья. Мы могли бы построить дороги, улучшать уличное освещение и ну, хотя бы просто установить урны на каждой улице, там, где это необходимо. Следующее направление, коротко приведу примеры: Умная ЖКХ. Для удаленного сбора данных то есть без участия контролеров, со счетчиков света, тепла, воды, начало, начато пилотное пилотирование, пилотирование сети нового поколения ЛораВан. Это открытый протокол, который разработан совмест... альянсом компаний на базе IBM. Разработчиками заявляется, что данная система дешевле аналогов Wi-Fi, GPS в 10 раз. Сейчас мы проводим тестирование и с радостью поделимся с вами результатами, так ли это. До конца года планируется установить в городе 8 таких передающих станций, сейчас установлено 4. Например, в здравоохранении и также в Алматы действует система COMEC-3. Она позволяет через диспетчерский центр направить в ближайшую к месту вызова бригаду скорой помощи. Кроме того, врач еще в пути получает информацию о симптомах пациента, что позволяет эффективнее и заранее спланировать лечебные действия. За год внедрения данной системы скорость, среднюю скорость приезда бригады скорой помощи удалось сократить с 17 до 11 минут. Ну, в рамках исследования по смарт-сети, который мы сейчас проводим, хотелось бы отметить такой интересный опыт, который реализуется в городе Лиц, это Великобритания. Кроме того, что там внедрена электронная медицинская карта, которая имеет доступ все семейные клинические врачи, создан портал, на, который может, на котором может посмотреть собственную историю болезни, назначения каждый пациент. Это очень успешно позволяет снизить уровень хронических заболеваний и особенно обеспечить заботой пенсионеров. Чем примечателен данный проект? Мы всегда знаем, что рабочих рук не хватает, не хватает медсестер, не хватает врачей. Для а, реализации этого проекта вовлечены социальные работники и волонтеры. Ну, я не буду спрашивать, у скольких из людей, из присутствующих, имеется ЭЦП но у кого с первого раза получилось установить ее самостоятельно без посторонней помощи. Вот таким, такую помощь волонтеры оказывают пенсионерам, которые не могли бы установить самостоятельно себе и получить доступ. Мне кажется, это достаточно хороший пример. Например, в Казахстане на портале ЕГОВ мы можем получить такие услуги, как запись на прием к врачу или вызов врача на дом. Но для этого обязательно нужна установленная ЭЦП. Вот очень хотелось бы отметить, что самым главным фактором успешности любых реформ, любых изменений, любых умных проектов является вовлеченность и заинтересованность самих горожан. И это один из основных факторов успешной реализации программы. Спасибо. Спасибо вам. Кроме ы ә, кезекке тұра аласыздар біздің кезегімізде бірінші сұрақ егемен қазақстанассалаумағалейкум арман мырза өзіңіз айтып өттіңіз алматыда дәстүрлі өнер театры ашылды. алатау деп осы театрдың бүгінгі жұмысы болашақ жоспары жайында кеңінен айтып өтсеңіз рахмет рахмет сұрағыңызға алматыда шынында дәстүрлі өнер театры ашылды бұл тек қана алматы қаласында емес бұл елімізде бірінші рет тұңғыш рет деп айтсақ болады негізгі театрдың мақсаты халқымыздың төл өнері оның ішінде ән күй жыр терме сонымен қатар айтыс бірегей өнер түрі және енді баяғыда айтылған ғой өнердің өнері кино деп сондықтан осы ұлттық киноны қолдау дамыту мақсатында осы кино өнері яғни осы бес бағыт бойынша ә, бұл театр жұмыс істейтін болады қазіргі таңда жалпы негізінен кадрлық ә, тұрғыдан жалпы жасақталды ә, қаржылық жағынан барлық қажетті шешімдер қабылданды ә, алматы қаласының алатау ауданында қазіргі осы жақында ғана салынған елбасының қатысуымен ашылған он екі мыңдық алматы арена және атлетикалық ауылдың жанынан орын алған үлкен ғимараттың ішінде орналасқан негізгі залы жеті орындық үлкен залы бар сонымен қатар тағы да екі кинозалы бар біздің ойымызша бұл ә, театр жалпы осы айтыс саласында жүрген жыр терме саласында жүрген ән мен күйдің дәстүрлі ән мен күйдің ә, саласында жүрген барша азаматтардың басын қосатын ә, оларды жаңағындай бір шабыттандыратын бір үлкен орталыққа айналады деп есептейміз эксперименталды көптеген мына әсіресе мына өсіп келе жатқан жастарға ә, біздің ә, ата бабамыздан қалған дәстүрлі өнер түрлерін ә, насихаттаудың жаңа тәсілдерін қолданатын соны алдын ала жаңағы тексеруден эксперименттерден өткізетін орталыққа үлкен айналады деп есептейміз және бұл театрдың бір ерекшелігі бұл алматы қаласының ортасында емес шалғай аудан деп есептейміз ғой жаңағы алатау ауданында орналасқан бірден бір бірегей өнер ошағы болып табылады рахмет рахмет на очереди у нас казинформ и готовится ктк добрый день гульмира сарбасова казинформ У меня такой вопрос. Из трех тысяч ежегодно проводимых операций по эндопротезированию 500 приходится на Алматы. Причем седьмая городская клиническая больница для казахстанцев проводит эти операции бесплатно. Зная о высочайшем профессионализме алматинских врачей, хотелось бы узнать, проявляет ли интерес к эндопротезированию в Алмате иностранные граждане. Вы правы, на самом деле огромное количество таких операций у нас в Алмате проводится. Ну, тут очень много факторов, наверное, и, ну и квалификация наверное, врачей, ну и огромный опыт, накопленный, если не ошибаюсь, с 2000 года. То есть у нас, если раньше только четвертая клиническая больница этим занималась, сейчас занимается этим очень активно седьмая. Ну, сказать, что только в Алмате это будет, наверное, неправда и не совсем справедливо. У нас признанные центры у нас в стране, значит, это Астана, это Караганда, там целая клиника есть в Карагандинской области. Но в силу различных факторов, значит, в Алмате проводится очень много. Все граждане у нас по системе единого, единой системе здравоохранения национальной, они через портал, то есть в порядке очередности, могут выбрать алматинские клиники и пройти эти процедуры, если, конечно, показания есть. Что касается иностранцев, у нас, в принципе, количество иностранных граждан, обращающихся к алматинским врачам, в том числе и тем врачам, которые работают в государственных клиниках, он растет. Я могу, я сейчас вам не приведу как бы конкретную цифру, но могу, в принципе, более подробно письменно вам ответить. То есть именно конкретно какое количество иностранцев именно по этому виду. Вообще вопрос очень конкретный. Если бы я знал, я бы пригласил бы начальника управления здравоохранения наверное, с собой взял бы. Спасибо. Спасибо вам. Следующий вопрос на очереди КТК. Готовится Best News. Боржан Апситов, КТК. Вот у меня два вопроса по поводу грузовиков в Алматы. Мы знаем, что в последнее время дорожно-транспортные происшествия с большегрузной техникой участились. Вот как Акимат контролирует это, как проверяется техника? Насколько помню, при Ахмеджане Есимове был такой как бы незакон, но была такая практика, что большегрузную технику на территорию Алматы не впускали. Ни днем, ни вечером. То есть китайские грузовики, насколько сейчас э, не заезжают в город, насколько они безопасны? И второй вопрос, опять же, по многострадальному Алматинскому зоопарку. Что с ним творится, э, животные погибают? И насколько, на ваш взгляд, управление э, директора, вот оно сегодня соответствует занимаемой должности? Что касается э, вообще зоопарка, то зоопарк в соответствии с, ну, как принято говорить, с установленными правилами все профилактические лечебные мероприятия в отношении животных проводят. То есть насчет этого есть специальный регламент, ну, инструкция, как угодно можно назвать. Ну, я могу сказать, что у нас сегодня порядка семью институтами, которые специализируются на вопросах ветеринарии, с ними заключены договора, то есть происходит постоянный обмен знаниями, приезжают, то есть они участвуют в проверочных мероприятиях, профилактики участвуют, значит, в диагностических мероприятиях. Значит, зоопарк Алматинский, он увеличил штат ветеринаров. Специально введен штат дезинфекциониста, туда взять человек с высшим образованием. Значит, сотрудники Алматинского зоопарка они постоянно проходят курсы повышения квалификации. Ну, ездили в Москву, Санкт-Петербург, Калугу, Ташкент. Ну, то есть туда, где есть такой опыт и такая база. Но что касается шумихи вокруг зоопарка, тут, как всегда, как у нас всегда говорится, правда навсегда в середине где-то. То есть, то есть сказать, что там происходит какой-то необъяснимый там массовый падеж животных, это, наверное, будет неправда. Значит, я могу привести четкий пример. Значит, смертность животных в зоопарке города Алмате на сегодняшний день ниже смертности, значит, московского зоопарка. То есть этот момент можно четко отметить. Ну, ж, ну животное это живой организм. Точно так же, как деревья стареют, ну, и, ну, можно привести и другой пример. И люди гибнут, как бы, да, точно так же гибнут и животные по разным причинам. Тем более, что у животных вы все знаете, что срок жизни он гораздо короче, гораздо короче, чем, скажем так, у людей. Можно сравнить с Харьковским зоопарком, тоже э, сравнить можно. Есть такой Николаевский зоопарк, э, там если, например, 80, 8% от э, общего количества животных, то есть уровень падежа, то в Алматинском зоопарке он составляет 5,3%. Но это не повод для самоуспокоения, безусловно. безусловно есть отдельные факты, которые вызывают, наверное, вопросы, то есть порождают какие-то дополнительные вопросы, по, по ним ведется работа. Значит, вообще планы касательно Алматинского зоопарка, они очень большие. Сейчас готовится ПСД. Этот зоопарк надо перестраивать, об этом, в принципе, руководство города уже говорило. Сейчас готовится ПСД, который с учетом всех мировых трендов, Опыта таких больших зоопарков, как берлинский, нью-йоркский, этот зоопарк необходимо переделать, перестроить. То есть он в целом с точки зрения организации территории, содержания условий, в том числе, он немножко устарел. Вы это знаете. Но это в одночасье не делается. Над этим работают, над этим работают специалисты. Вообще, если говорить о проблемах зоопарка, то есть можно, я могу подсказать вам, то есть можно их разделить. Есть проблема старения коллекций. По разным причинам, ну, наверное, в том числе и по финансовым, это старение имеет место быть. Второе, это есть проблема неукомплектованности пар. Неукомплектованность пар, он в том числе и влияет на уровень смертности тоже. Значит, и э, по некоторым видам, если значит, большое количество излишка есть. То есть вот такие есть проблемы, они характерны как бы, да, не только для Алматинского зоопарка. И над этим специалисты работают. По всем установленным фактам гибели животных ведется специальное расследование, ну, по итогам которых будут приняты меры. Спасибо. А, первый вопрос ну, насчет конкретно э, вообще э, э, организация дорожного движения это является одним из э, приоритетов для города Алматы. В городе Алматы, как вы знаете, существует очень серьезный трафик, э, транспортный трафик, который, ну, что там скрывать, мешает э, жизни горожан. Это первое, второе ну, существенно, очень существенное влияние отрицательно оказывают на экологию. Поэтому правильная организация дорожного движения – это один из главных вопросов для города Алматы. Ну, для этого принимается комплекс мер. Значит, недавно город Алматы посещал, будем так говорить, посол Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности дорожного движения. Были проведены ряд встреч. Сейчас наши дорожные полицейские вот поэтому по ООНовским методам проходят специальные тренинги. Также мы, до меня коллега уже говорил, мы уделяем большое внимание автоматизации процесса контроля за дорожным движением. Оно выражается в том, что мы увеличиваем значит, установку как Камер, да? Камер, да, камер, которые фиксируют это. Только в рамках подготовки универсиады мы значит, бюджетные средства, выделяемые, увеличили до 8 миллиардов тенге, да? если не ошибаюсь, до 8 миллиардов тенге, для того, чтобы в разы увеличить количество камер на дорогах города Алматы, которые фиксируют это движение. Ну, что касается конкретно китайских или не китайских грузовиков, если позволите, я, в принципе, могу дополнительно эти моменты именно детали уточнить и вам лично передать прямо сегодня. То есть, если прям китайские, это или не китайские, я не думаю, что есть какой-то специальный запрет, связанный с названием страны или еще кого-то или или марки. Есть определенные требования, правила. При въезде в город производится осмотр машины значит, в том числе и на токсичность выхлопных газов. Если оно не превышает норму, машина получает право ездить по Алмате. Если нет, то, естественно, оно останавливается и штрафуется. Вот примерно так. А что, конкретно могу дополнительно ответить. Какая-то дополнительный вопрос у вас? Пожалуйста, без News. Здравствуйте, без Жена Жанна У меня вопрос такой. Вы в своем выступлении упомянули, что в Алмате предстоит инвестиционный форум. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, в каких сферах Алматы нужны инвестиции, в каком объеме. А второе у вас в докладе прозвучало очень много статистики о том, что одобрено столько-то сотни, там десятки проектов, выделяется колоссальное средства. Опять же, приведите, пожалуйста, конкретные, четкие примеры, какие проекты, может быть, это проекты будущего, может быть. Алматы будет что-то уникальное производить, выпускать, да, удивим весь мир, всю планету там или еще что-то. То есть вот примеры, пожалуйста, можно, да, вот что конкретно предлагает бизнес реализовать и как это поддерживается. Спасибо. Ну, в первую очередь, цель проведения форума – это инвестиционный форум, привлечение инвестиций в город Алматы. Мы на площадке форума хотим обсудить несколько направлений. В первую очередь, это государственное частное партнерство, то есть привлечение средств бизнеса для решения социальных проблем, туризм, как уже было сказано, что это является одним из основных направлений развития города, очень доходный, будем говорить, бизнес. Алмата является лидером как раз по этому вопросу, но надо совершенствовать. Имеется вся площадка и вся инфраструктура для развития, поэтому этот вопрос тоже считается номерным и будет обсуждаться. Следующий блок – это развитие пищевой промышленности. Пищевая промышленность – это приоритет для нашей для нашего города, то есть самодостаточность, самоувереждение таких, создания таких проектов, это есть наша задача. Приведу пример. На территории индустриальной зоны в этом году запущен, запущен первый проект, это создание крупнейшей теплицы, это крупнейшая теплица в Казахстане, территория составляет 17 гектаров, территория зеркала составляет 12 гектаров, мощность доходит до 10 тысяч тонн. Сейчас проект на мощность 7 тысяч тонн, это 4 тысячи тонн огурцов и 3 тысячи тонн томатов. Объем инвестиций составил 7 миллиардов тенге. Очень успешный проект, и это именно проект, который направлен на развитие пищевой промышленности. Наша задача обеспечить город доступным, качественным, как я уже говорил, и в соответствующей цене продуктам. Поэтому мы подходим из принципа самообеспечения. На сегодняшний день около 50 тысяч тонн овощную продукцию мы импортируем извне, это Китай и Узбекистан. Поэтому данный проект позволит нам до 20% заместить импорт. А это уже новые рабочие места, новые инвестиции. Что касается цифр, которые я проводил по программам, то действительно у нас успешно идет реализация дорожной карты бизнеса и карты индустриализации. Все эти проекты требуют государственной поддержки для того, чтобы на выйти на полную плановую мощность. Меры государственной поддержки, как вы знаете, это предоставление земельного участка, подведение инфраструктуры, выделение льготных кредитов, субсидирование и, конечно, поддержка в рамках казахстанского содержания. Тоже хочу привести пример. Это новые компании, которые создают с участием иностранного капитала. На территории индустриальной зоны идет строительство крупнейшего завода по производству примушенных и спирлешенных труб. Это компания Asia Steel Pie, совместное предприятие с китайской стороной. Тоже крупнейший проект, лидер проект. Также будет реализован проект по глубокой переработке глюкозы. Это наш отечественный инвестор, компания Верный Капитал. И очень множество проектов, я могу вам привести пример. Что касается малого в проектов, то независимости от суммы или от э, значимости проекта региональный координационный совет проходит для всех объективно. Стоит ли он 3 миллиона или 300 миллионов, тщательно рассматривается и рационально используется государственные бюджетные средства. В принципе, у меня все. Спасибо. Казах радиоса, Газета Время готовится. Азамат республикалық маңызы бар шақырларының бірі ретінде білеміз осы алда өтетін экспо 2017 мың он жеті көрмесіне де сіздердің қалаларыңызға үлкен басымдық беріліп отыр жалпы осы көрмеге деген дайындық қалай қанша кәсіпорын қатысады өңірден рахмет бүгінгі таңда біз енді экспо бойынша нақты жұмыс жүргізіп ватырмыз бірнеше бағытта бірінші енді бағыт бұл енді і информационный охват дейміз ғой барлық бағыт бойынша жаңадан қала бойынша жаңа билбордтар жаңа логотиптерді барлық жерде құрамында құрып ы ә, қазір негізде жұмысты бастап кеттік екінші мәселе біз мынау ы ә, выставкада қазіргі таңда елу жеті мекемені алматы қаласының тарапынан шығарып жатырмыз барлығы да инновациялық қаласында жасалған жаңа энергетика ә, 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 жасыл энергетика дейміз жасыл энергетика саласында жасалған жобалар олардың бәрі негізінде сол алматы қаласының өздерінің шығармалары осы елу жеті жобаны біз сол көрмеге шығарамыз деп дайындап отырмыз қазіргі енді мәселе біз енді ә, тек қана осы ә, жобалар емес жалпы ә, басқа да жұмыстар жүргізіп ә, ә, жатырмыз негізінде біздің тарапымыздан қала тараптан төрт жүз мың жуық төрт жүз қала ә, қала тұрғындары осы экспо көрмесіне келу барысында жоспарланып отыр бұдан басқа бізде үш ә, жүзден астам волонтер келіп осы экспоға көмек көрсетеді олардың бәрі дайындық қазір дайындық өтіп жатыр оқу жатыр, оқып жатыр бәрліғ де ағылшын тілд орыс тілінде қазақ тілінде мамандар болады олар қазіргі таңда бізде алты мыңнан астам адам жастар ғой негізінде алты мыңнан астам кәзір, қазір сараптамадан өтті ол жұмыс даярлық мс барлық бағыт бойынша бізде алматы бойынша экспоға дайындық жүргізуде мен ойлаймын бұл өл барлық біз. қазақстан бойынша біздің еліміздің ы намысына байланысты біздің еліміздің елімізге сәйкес көрсеткіш бойынша бізге керекті нәрсе керекті маңызды шара осыған атсалысып алматы қаласыда жақсы қарқынды жұмысын өткізіп жатыр қазір рахмет пожалуйста следующий вопрос время да, газета время лейла тастанова У алматинцев нарастает недовольство сферой жилищно-коммунальных услуг и, в частности, деятельностью КСК. Но я думаю, причины вам известны. И Аким Баужан-Бабек неоднократно заявлял, что нужны уже кардинальные меры. Скажите, Акимат планирует как-то реформировать сферу ЖКХ? Как вы относитесь к идее некоторых экспертов создать муниципальные управляющие компании на принципах ГЧП в сфере ЖКХ? Второй вопрос. Многие бывшие жители Алматы, когда туда приезжают, ну, с, таким вот, с болью сердца и негодованием отмечают, что город стал очень грязным, а на улицах очень много мусора. А как Акимат будет решать эту проблему? И третий вопрос: а, планируется ли обновлять парк автобусов? Потому что вот у нас, например, алматинцы, когда приезжают в столицу, они ну, с такой белой завистью отмечают, что у нас очень новые автобусы, а у них парк такой изношенный. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Пожалуйста. Что касается автобусного парка, то, безусловно, мы планируем обновлять. Значит, уже в этом году 137 новых современных автобусов на ГАЗу городом закуплены. Они уже курсируют по своим маршрутам. Кроме того, мы сейчас прорабатываем вопрос строительства нового автобусного парка. И приобретение за счет частных инвестиций новых автобусов марки Mercedes Benz. Ну, на сегодня это, наверное, один из лучших машин, которые могут участвовать в организации общественного, ну, общественного транспорта, общественного передвижения в городских условиях. Тем более, что мы сейчас для общественного транспорта создаем специальные условия. Значит, вы знаете, что во многих магистральных улицах города Алматы, на многих уже сейчас действуют специальные выделенные полосы. То есть сознательно взята политика вытеснения как бы, больших частных машин, которые создают у нас в городе пробки для того, чтобы население постепенно пересаживалось на, безусловно, с вами согласен, на качественный автотранспорт, ну как бы мы в этом направлении работаем. Теперь, значит, что касается КСК, значит, <coughs> да, мы отмечаем, что есть системные проблемы в сфере организации, значит, деятельности КСК. Значит, уже несколько раз руководство города, те мои коллеги, которые ответственны за этот вопрос, они встречались с КСК. В качестве первого результата я могу сказать, что абсолютное большинство руководителей КСК неживо отреагировали на, на призыв Акима города об объявлении своей финансовой отчетности то есть о публикации своей финансовой отчетности, что, в принципе, жителями города с воодушевлением было встречено. Но вопросы КСК, он такой, скажем так, одними усилиями Акимата, просто так его не решишь. То есть там есть и законодательные вопросы. Законодательные вопросы, они немножко лежат чуть выше компетенции Акимата, вы знаете это. Есть еще вопрос, связанный с самими гражданами. На самом деле, что такое КСК? КСК ⁇ это по закону это структура, которая полностью зависит от воли изъявления, если можно так сказать, самих жителей, конкретно участников кондоминиума. Но практика показывает, что организовать жильцов того или иного дома, даже с целью решить их же проблемы, зачастую бывает очень сложно. То есть кто-то хочет этим заняться, кто-то не хочет. И в конце, как всегда, нет ни кворума и, естественно, не принимается решение. Поэтому это непростой вопрос, который можно с одного вот так раза решить. Этим занимается у нас несколько управлений подряд. Да, еще вот моя коллега может дополнить здесь. Спасибо большое за вопрос. Вот сегодня я уже говорила о том, что внедряется сеть нового поколения Лараван, которая позволит собирать данные дистанционно с приборов учета. Кроме всего прочего, она позволит еще отслеживать, на каких участках происходят потери. Вот вы задали вопрос, начиная с того, что низкое качество коммунальных услуг и связали это с деятельностью КТК, Ой, КСК, простите, прошу, прошу прощения, я говорила КСК. А, смотрите, коммунальные услуги предоставляют коммунальные предприятия. Это холдинг СУ, это предприятия, которые производят свет, тепло. А, КСК это ресепшн, который принимает эти услуги, администрирует эти услуги. Он не несет каче... ответственность за низкое... низкую температуру горячей воды. То, что нам приходится иногда ждать по 15 минут, чтобы она протекла в домах. Алмата строилась очень давно, особенно ее центр. Износ инженерной инфраструктуры составляет очень большой процент, это более 50%. И это огромные деньги, чтобы всю ее сейчас заменить. В присоединенных территориях мы знаем, что нам не всегда хватает обеспеченности инженерными сетями. Здесь вот был задан вопрос, планируется ли реформа жилищно-коммунальной сферы. жилищно коммунальная сфера, вот когда мы как потребитель услуг об этом спрашиваем, это два вопроса. Первое – это сама инфраструктура, которую необходимо как и модернизировать, так и работать с снижением количества потерь. И вот именно протокол, про который я уже говорила, он позволит увидеть, на каком участке происходят потери. Это участки, за которые отвечает коммунальное предприятие, предоставляющее услуги. Или это тот участок, когда труба заходит в дом, и за это на самом деле отвечает КСК, или потери происходят уже непосредственно у вас в квартире. Следующее. Ну, в целом по в стране сейчас в рамках 100 шагов рассматриваются вопросы по внедрению, внедрению проектов, связанных с экономией ресурсов через проекты ГЧП. Если, ну, здесь палка о двух концах. С одной стороны требуются большие инвестиции для модернизации сетей и прокладки новых здесь мы знаем что вот Астана левый берег здесь все хорошо с инфраструктурой она новая ее недавно положили а в присоединенных территориях это огромные деньги для того чтобы это больше чем левый берег весь объем присоединенных территорий это половина города Алматы Требуются огромные инвестиции для этого. Если это будет за счет местного бюджета, но ну, опять же определенные приоритеты существуют, есть еще и социальная сфера, если перенести эти инвестиции на сами коммунальные предприятия, монополисты по предоставлению услуг, это отразится на тарифе, который будет опять же оплачивать горожанин. В рамках 100 шагов сейчас рассматривается механизм, каким образом смогут заходить предприятия, например, в ту же самую школу или больницу, или в частный дом, если так захотят собственники квартир, для того, чтобы оптимизировать именно потери и повысить качество. Эти проекты рассматриваются в рамках схем ГЧП. Тот вопрос, который вы задали по поводу создания муниципального предприятия для объединения всех КСК, такой вопрос сейчас обсуждается. Я объясню, почему. Согласно закону о развитии сферы ЖКХ, в домах раз в 25 лет должен проходить капитальный ремонт. И таких, такого жилого фонда в Алматы очень много. Отчисления на капитальный ремонт производят сами жители. И это приходит в тех счетах, которые получают алматинцы. Соответственно, если дому ну, 7 лет, там, 7 минус 25, только лет через 13 в этом доме будет произведен капитальный ремонт. Но когда мы отчисляем свои деньги сегодня, мы хотим чувствовать гарантию за то, что через 17 лет это на самом деле произойдет. В этой связи в целях обеспечения гарантий отчисляемых средств рассматривается такой вопрос. Окончательное решение еще не принято, но в любом случае, если КСК будут... КСК это кооператив собственников квартир одного дома. Одного. Если там объединяется несколько КСК, в любом случае это объединение нескольких собственников квартир. Для того, чтобы гарантировать эти отчисления на капитальный ремонт, людям нужна государственная гарантия. Вот. Ну и последнее. В этом году в Алматы в целях модернизации жилого фонда будет заменено порядка 30, 60 лифтов в старом жилом фонде. Опять же, при в тот момент, когда наш центр проводил экспертизу этих бюджетных инвестиций, мы поднимали вопрос о доступности инвалидов в, в лифт. Сейчас шахта лифта старого Алматинского дома это 90 сантиметров, а инвалидная коляска это 100. Но для того, чтобы это обеспечить, ну никто не сломает полностью весь подъезд, вот. И это на самом деле очень серьезный вопрос, требующий больших денег, и в том числе отчислений самих э, горожан для того, чтобы накапливать те средства, которые позволят модернизировать их дома в будущем. Спасибо. Пожалуйста, Алмаз еще дополнение. Буквально два слова. Вопрос был очень емкий, поэтому в части э, приобретения автотранспорта для города, на, для, этой, для, решения этой проблемы здесь мы приходим, подходим комплексно. Опять же, в рамках государственного частного партнерства по инициативе э, бизнес-среды мы подписали меморандум приобретение в первую очередь приобретение автомобилей до 200 автомобилей «Мерседес». это будет первый этап я надеюсь что в начале будущего года мы первые автомобили уже увидим и второй этап это уже сборка и строительство завода по производству этих автобусов то есть мы должны решить комплексный вопрос решить транспортную проблему и решить и создать новые рабочие места это будет новый проект который мы будем реализовать в городе Алмате он уже начал реализовывать со стороны государства идет целевая поддержка будет подводиться соответствующая инфраструктура, привлекаться льготные заемные средства, и в ближайшее время этот проект будет реализован. Но начнем мы сначала с приобретения автотранспортных средств. После этого пойдет сборка. Спасибо. Коллега, получили серповый ответ? Еще есть? Что касается мусора, здесь два комплексных вопроса. Вы поставили вопрос по приобретению новой техники, системное обновление мусороборочных машин и дополнительной техники сейчас идет, в бюджете соответствующие средства предусмотрены. Что касается вывоза мусора, то это находится на, в конкурентной среде, так будем говорить, да, вывоз мусора, в конкурентной среде, и соответствующие средства опять же предусмотрены, проведи процедуру государственной закупки. Но Я думаю, что компания, которая дочерняя там, Тазалык, да, которая является дочерней компанией управления Природных ресурсов за это отвечают мои коллеги. Там системная работа проводится, поэтому с учетом того, что идет обновление техническое, и э, это уже претензии будем предъявлять качеству работы к самим поставщикам. Но вопрос на контроль я коллеги передам и более точно ему информацию дадут позволите дополнить. Из местного бюджета на приобретение более пяти тысяч урн для установки в городе деньги выделены. Не побоюсь сейчас критики в свой адрес, но чисто не всегда там, где убирают, чисто там еще, где не ссорят. Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы в рамках заданной темы? Дополнение, уточнение. Да, храппоиншатарда, срахтар насбарма. Срахтарныйжов полсоус, из конференции на баршалар рахмет.